Доброго всем дня, друзья, меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новенький ролик по игре Cats. Сегодня мы продолжаем тащить, сейчас уже осталось 12 минут до перехода в новый чемпионат. Я до сих пор жду, когда же появится последний 15-й человек, с помощью которого мы сможем мгновенно перейти в следующий этап. Но он все никак не появляется, я даже не знаю, что делать. Скорее всего, придется проходить по времени или что-то в этом роде делать, но это реально очень тупая ситуация, когда у тебя не хватает одного человека, чтобы пройти мгновенный этап. А ведь я реально могу его сейчас попробовать пройти, если у меня это получится, то будет вообще супер замечательно. А сейчас я из-за этого одного парня, блин, не могу ничего себе сделать. Это очень по-тупому, и вообще мне это не нравится. Неплохая циркулярка, жало, скутер. Наконец-таки мне из ящиков начали выпадать более-менее карбоновые детали, а то вечно золотые уже немножечко поднадоели. Так, посмотрим, что у нас здесь по ставкам. Я даже не знаю, кто здесь победит, и, пожалуй, ставить даже не буду. Хотя, если судить так, то, скорее всего, вот этот победит, потому что у него циркулярка поближе. Давайте на него и поставим. Если, конечно, мы проиграем, ничего обидного нет, кристалльчики у меня есть. Хотя, наверное, нет. Все-таки не 100% ставка, и ставить я на нее, конечно же, не буду. Так, а вот здесь вот уже парень помощнее и... Нет, какие-то неинтересные ставки, если честно. Вот последняя только классная. На ней я точно 100% выиграю. Но все же она только через 4 часа 23 минуты. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут по противникам. Не появился. Ладно, поставим тогда мою основную тачку. И посмотрим, кого я победить не могу. Вот. Начнем. Там, мне кажется, немного урона с кем-то не хватало, немножечко здоровья с кем-то не хватало. И вот сейчас потихоньку... Ох ты, нифига, сколько у меня хп осталось против него, и все-таки смог. Ну, здесь нужно немного прокачать здоровье. Вот здесь вот урон нужно прокачать немного. Ну, сейчас все это потихонечку сделаем, и будет неплохо. Ну, этого мы убиваем, по идее. Да, отлично. А, с этим... Ну, ваншот, тут ничего не поделаешь. Здесь тоже ваншот. Найс. Дальше смотрим. О, классика, интересно. Нет, тоже ваншот. Отлично. Вот этот меня выиграет. Только он пока что. Но у него слишком много этого урона. И мне нужно прокачать, получается, до 130 тысяч. А, нет, до 134 тысячи. Да, мне нужно прокачать. Капец. У меня столько здоровья должно стать. Это же вообще... Это очень много, на самом деле. Придется мне сейчас выливать дофига вот в мой корпус, и только тогда я смогу так более-менее, что ли, сразиться с ним. Хотя давайте для начала я, пожалуй, сделаю немножечко по-другому. Я вкачаю вот этот вот мой лазер, потому что... Ага, я даже не знаю, что в него влить, чтобы он такой нормальный стал. Это абсолютно одинаковые два лазера. Между ними разницы никакой нет. Ну ладно, давайте так, что ли, потихонечку буду выливать. И, может быть, на один уровень я хоть прокачаю. И вот эту сюда. Отлично. А теперь будем прокачивать мой корпус. Все потихонечку, можно все в него выливать подряд, потому что у него 4 звездочки. Мне главное 134 тысячи хп. Хотя это у меня вряд ли получится, потому что прибавляется всего лишь по 1000. Так, с этим лазером что? Это у нас лазер на титан, если я его сюда волью. Ох ты, нифига себе. Давайте лучше его сюда лучше вольем. Так, и повышаем уровень. Отлично. Дальше продолжаем качать корпус. Это пригодится мне все. Блин, хотя можно было циркулярку на валун попробовать, потому что там у меня валун такой неплохой есть. Ну да ладно. Так, все оружие мы влили. А, все, максимальный уровень. Так, окей, теперь можно прокачивать вот это. Но это у меня прокачивать нечем. И я так и не набрал 134 тысячи хп. Угу. А что тогда делать? Как поступить с этим парнем. Реверс мне так и не выпал, да? Реверс мне, увы, так и не выпал. Как тогда поступить-то с ним? Ну, все равно как бы мгновенно здесь невозможно перейти. Я как бы все равно здесь перейду. Ну, давайте тогда других хотя бы убьем. Чтобы уж наверняка. Тот парень-то всех убивает, это уж ясно. Потому что, ну, у него 13 звездочек. Ага, а чего у меня на этого-то урона не хватило? Я же вроде нормально так вкачал. Ладно, давайте еще раз сейчас прокачаем лазер чуток. Хотя, по идее, ну, в лазер не так выгодно уж выливать вот эти, как они называются-то, наборы, комплект, потому что они не умножаются, если считать урон лазера. Ну, блин, если сейчас они так нормально добавляют, то, конечно, можно попробовать влить. Давайте посмотрим, сколько они прибавляют. Все у меня с первой звездочкой, конечно. Ну, давайте посмотрим. Если я сюда волью, сколько тут? 2500, 5000 прибавится урона. Ну, блин, это на самом деле не очень много. Может, лучше прокачать как-нибудь, что ли?
Столько колес придется, конечно, на это потратить. О, блин, это уж вообще, наверное, много. Ну, если так посудить, по идее, что такого-то? Может, все-таки влить, я вот не знаю. Ну, это для Волна нормально, это для Титана. Фиг знает, на самом деле, что сделать. Давайте я, короче, вот эти вот колеса все волью вот в этот лазер. И что у нас тут? Для Титанчика, это для чего? Для классики. Ну, давайте это вот что для классики вольем. Давай. Отлично. И что у меня тут по роликам? Для Волна, для Лунохода. Для Лунохода, пожалуй, волью. Редко использую. И вот это вот можно ролик. Все, отлично. Много урон увеличился, и теперь можно уже этот комплект один влить. Тогда, может быть, мы и того парня сможем победить. Давайте попробуем. Раз, и во второй еще два. Нет, хотя во второй я не хочу вливать. Лучше вот в этот. Потрачу немного больше денежек, но что-то я во второй не хочу вливать, потому что у него и бонус не на тот. Он мне не нравится, короче. Смотрим. Ну, сейчас уж должен, давай. Отлично. Все, теперь у меня... Ну, нормально так, звездочек, но одного парня мы победить все равно не можем. Не знаю, что поделать с этим, блин, я только что-то замолчал. Ну, давайте, короче, знаете, что попробуем? Поставим вместо моего импульса ковшик. И, может быть, от этого что-нибудь изменится. Посмотрим, давайте. 5000 хп теряю, блин, жаль. Ну, все равно должно хватить для всего. Нет. Выстрелить я успею, но, блин, он все равно наверху оказывается. Так, тогда можно попробовать реверс сделать, но у меня реверса нет, увы. Я не знаю, когда он мне выпадет, я уже что-то немножечко мне надоело быть без реверса, это не классно. Давайте попробуем с нитро, что ли. Что-то тупо быть без реверса, это вообще отстой полный. О, все, убили, найс. Сейчас мы его убили, но с другими противниками я не знаю, что будет. Если, конечно, все окей будет, то это вообще супер. Ага, с этим ничего. С этим что у нас? Отлично. Тут у нас что? Угу, все классно, этого тоже убиваем. Ну, по идее, мы должны убивать всех. Кроме одного, который у меня импульсом. А, его тоже. Ну, все, кто с импульсом, короче, они нас выигрывают. Ничего не поделать с этим. А вот это тут... О, сколько у него здоровья. Вот этот нас еще выиграет. Капец, 234. Ой-ой-ой-ой. Нет, что-то мы многим начали проигрывать. Но, блин, ладно, без разницы. Потому что одного мы все-таки выиграли. И самое главное было у него забрать звездочку. Хотя сейчас у меня другие смогут. Но их потом не проблемно будет победить. Потому что у меня как бы просто поменял, считайте, тачку. На тачке поменял я только импульс, да и все. И как бы получается, я остальных выигрываю на изи. Пока что можно вот этой машинкой, пока там ничего не началось, можно немножко понабивать себе новый сундук по тактике. И, в общем-то, потом мы уже перейдем и откроем ящик, который мне дадут, получается, за переход в новую лигу. Жалко то, что по времени было бы, конечно, покруче, если бы мгновенно перешли. Но мгновенно у меня не получится из-за того, что, во-первых, я одного парня не могу победить, из-за того, что у меня нет реверса. А во-вторых, потому что, получается, если я все-таки этого парня выигрываю, у меня там, ну, другие чувачки меня выигрывают. В общем-то, никак все равно бы не получилось, но если бы этот реверс был бы дурацкий, блин. Куда я их все продал, не помню вообще. Тогда, может быть, все было бы окей и все получилось. Но, увы, пока что только не мгновенно. Перейдем по времени, надеюсь, на первом месте, что будет просто офигенно. Этого тоже убиваем парнишу. Сейчас всех будем потихонечку так убивать. Прокачаем этот вот ящик на все три коронки. И будет тоже так неплохо. Надеюсь... Хотя давайте сейчас посмотрим, какой хотя бы нам ящик тут за переход. Было бы классно, если, конечно, легендарный, но... Нет, супер ящик дают только. Один чувак только в сети. Ну, блин, что тут... Как-то на изи мы, наверное, перейдем все-таки. Один чувачок только в сети. Даже никто бороться, походу, не будет. Ну да ладно. Меня, на самом деле, это еще больше радует. Даже ничего, может быть, менять не придется. И мы на первом месте спокойненько перейдем. Никому не мешая, все тихонечко сделаем. А пока что можно также сидеть и прокачиваться. Ну, не прокачиваться, а просто набивать для нашего ящичка немножечко так коронок. А потом еще в следующем этапе посмотрим. Может быть, и там кого-нибудь сможем выиграть. Было бы тоже неплохо. Вот, если еще следующий этап получится, ну, то все, там престиж. Но на престиж, ребята, я пока что переходить не буду, потому что у меня там есть небольшие планы для нескольких челленджей, которые можно будет выполнить. Вот, они действительно хорошие, и вот на престиж их можно будет попробовать сделать.
Вот, а потом я уже перейду, и там тоже, когда только сначала начну, можно тоже, мне там есть пару челленджей, которые мне тоже предлагали, тоже их попробовать. Так, что у нас там по окончанию? 2 минуты еще есть, так что давайте мы по-быстрому 10 побед наберем, ой, 5, и полностью у нас как бы будет прокачанный сундучок. И по времени потом быстренько танк наш сменим на титан, и там уже против нас, ну, противостоящих не будет, и спокойненько все сделаем себе. Чтобы все было у нас супер-пупер. Так, этот нас выигрывает, потому что у него этот реверс стоит. Вот этого можно уже. Кстати, еще у ботов заметил тоже, кстати, катамизационные вот эти вот котенки. Вот, тоже прикольно. Так, это пропускаем, пропускаем. О, вот этого можно убить. Ну еще давайте последнего, там минута у нас остается хотя бы. Не хочу, чтобы фейл был. Ну да, минута есть. Фейл, а то будет, если я такой, хоп, с этой тачкой, там чувачки все зашли, и все, как бы мочканули. Это не супер классно. Окей, ставим свой титан, а потом поставим вместо вот этого мой тот импульс. И все. Минус 6000 хп, но это не критично. Так, какой-то чувачок нас уже замочил. Ну да ладно, давайте-ка мы ему отомстим за то, что он так сделал. Окей, все, остальных мы выигрываем. Все, первое место, пожалуйста, нам. Отлично, 54 секунды, ну уже 50, и в общем-то сейчас будет переход. Сколько у нас человек в сети-то тут? А, ну сейчас в сети здесь побольше уже, аж трое. Ну на самом деле, ну вместе со мной четверо, но на самом деле, когда другие этапы, я что-то помню, переходил по времени, когда первый раз только без престижа, что-то там народу побольше сидело все-таки, когда там до перехода несколько секунд, и блин, там реально целые схватки прям были, когда прям борьба была за то, чтобы... выйти вот в эти, сколько, 6 мест, у меня были, блин, такие обидные моменты, когда мне там одной звездочки не хватало и тому подобное, ну, блин, я всегда пытался заходить в самый последний момент, чтобы точно мне там всего хватило. Меня там никто не победил? Нет, все окей. Ну, 10 секунд ждем, ребята, и надеюсь, то, что за эти 10 секунд меня никто не победит. И я буду на первом месте. Этот чувак, блин, мощный, он даже вообще решил не заморачиваться и даже не заходить. Потому что и так нормальный. Окей, все. Я в новом этапе, и сейчас мне за это дают сундук. Отлично, первое место, ребят, замечательно. Открываем супер ящик. Ранг первый, вообще просто супер. А здесь что возьмем? Руку, наверное. Скрипичный ключ не буду брать. Так, циркулярка, импульс. Ну, такие хорошие вещи, конечно, они карбоновые, но, блин, что-то они так мало звездочек на них, вообще капец. И вот этот вот ненужный просто титан выпал, у которого так высоко место для оружия. Отлично. Хух, было близко, но все-таки смогли. Ну, блин, вонючка. Немного не хватило. И здесь тоже чувак что-то мощный, и мы его тоже не ваншотнем. О! Отлично, блин, как же меня импульс только что от этого парня спас. О, это прикольная тактика, я тоже с ней играл, блин, классный чувак, смешной. Здесь урона просто неимоверно много. Скорее всего, что-то там легендарный у него корпус, может быть, вот. Так, ну здесь, наверное, я умираю. Да, чувак без ника хитрый какой. О-о-о, вот этот вот титан, ребят, просто запомните его, это вообще... С ним будет очень тяжело бороться, я думаю, так что... С ним, пожалуй, нужно быть аккуратным. Ну да, здесь ребята уже помощнее наказывают меня так нормально. Прокачиваться все-таки придется. Ну, все-таки, сколько побед-то мы делаем в итоге? О, боже, тут вообще милиписки хп не хватило. Ну ладно, это не особо важно. Этого ваншотим. Ну все, грубо говоря, у меня 9 побед, если я сейчас немного прокачаю свой лазер. Ну, блин, не знаю, нормально на самом деле. Конечно, мгновенно мы не перейдем в следующий этап, но если так посидеть, сундуки поубивать, там детальки новые какие-нибудь убить. Ну, мне сейчас корпуса не хватает нового карбонового какого-нибудь классного. Вот если мне выпадет и как раз-таки титан какой-нибудь с бонусами для лазеров, будет вообще просто офигительный. Тогда я спокойненько просто смогу перейти в следующий этап, он там уже последний, все дела, все очень классно там будет. Ну, давайте на прощание, короче, поставим несколько ставок. Вот здесь вот, блин, не знаю, кто даже победит. Скорее всего, вот этот, если он не перевернется как-нибудь. Но я, пожалуй, пропущу. А вот здесь вот уже... Что-то с колесом, конечно, у этого парня какие-то проблемы. Но давайте все-таки на него поставим вот этот вот мой лазер на титан. И вроде бы там через сколько она начнется-то?
через 2 минуты. Ну ладно, давайте до эти 2 минуты сидеть уж не будем. Если выиграю, проиграю, придется восстанавливать, без разницы. В общем-то, ребята, всем огромное спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и пока-пока.